Но это еще не все заявления венгерского МИДа на сегодня. Там также считают, что в Украине не запрещено владеть паспортом другого государства, и украинцы не совершают преступления, когда не сообщают о наличии второго гражданства. Это заявление прозвучало на фоне недавнего скандала вокруг видео из венгерского консульства в Берегове Закарпатской области. На нем новые венгерские граждане с бокалом шампанского принимают присягу на верность Венгрии и получают документы. После этого глава украинского МИДа Павел Климкин заявил, что если эта информация подтвердится, то консулу Венгрии придется покинуть Украину.